Всем привет, с вами Виктор. И мы сегодня продолжим играть в игру Farm Manager 2018. Итак, в прошлой серии мы поиграли в компанию. И сегодня я хочу попробовать поиграть в свободный режим. Более-менее в компании это просто как обучение. Просто длинное, большое, очень большое обучение. Ну ладно. Теперь давай попробуем сейчас, блин, нажимаем сюда и пошли посмотрим. Так, название моя фирма с уровнем сложности, пускай будет как вот так вот, да? Так, наличные. Или 2 миллиона строго, или 2, 250. Ну, 2 средняя. Сложность средняя пускай будет. Я пока еще... Это вторая серия только. Для меня третья серия. Одну серию я самостоятельно провел. Одну вот только что провел. И это третья серия получается. Так что на нормальном сложности можно. Поехали. Так, ну ладно. Тебя это я знаю, ты это, мне вот ноль работники по нулям. Так, тут мне все это показывал уже. Не надо мне это все показывать. Я все это прекрасно знаю уже. А что ты мне показываешь, что это? Надо было нажать вот здесь вот. Не надо показывать, и все. 151 600. И мне по откуда еще 1600. Так, ну ладно, ну давайте поехали, получается. Начнем, ну нам нужно в первую очередь построить домик. Он находится вот здесь вот. Здание постоянных, сезонных. Дом хозяина. Он 80 тысяч только стоит. А если я там выбрал, то 250 минус 80 будет. 170 тысяч еще останется только. Плюс построить еще херовую гору. Ну да, тут очень, нам там очень много нужно было. Так, ну ладно, зима только-только закончилась. Так, все, тормози. Дом построили. Что то есть это чего? Если нажму сюда, то я, блин, я заплачу 100 тысяч, но получу вот это вот, что ли, так, что ли? Ну ладно. Так, теперь что? Теперь что? Давай подумаем, а что конкретно мы будем делать. Что конкретно мы должны произвести? Можем, блин, еще как... Средний, большой свинарник, большой сарай. Это мне нужно все курсы пройти еще, да? Малый коровник.
Так, а по... Блин, надо сначала решить, а что конкретно мы будем, мы будем производить. Вот что мы хотим. Производите. Ну давайте пока, блин, мы с этими... Так, ну блин, 10, 20, 30. 30 на 30 нужно. Тихо, вот так вот. 30 на 30, все правильно, 0,9 га. Так, и теперь давайте выберем, а что конкретно мы будем садить. Выбрать. Это у нас 9 квадратов получается. Люпин, яблоня, гречка, капуста, вишневая, рапса, кукурузка, огурец, овсец, семена травы, красный перец, груша, картошка, клубника. Рассада клубники. Давайте малину. Так, теперь нужно построить склад. Нужно построить склад. Пускай он вот, вот здесь тусует. Маленькое расстояние, чтобы если что пройти. Так, и склад строй. Так, все, поехали. Также нам нужно построить, чтобы там, где этот работники живут, жили. Для постоянных работников. Вот здесь поставим. И трудоустроим. Как, например, вот давайте. Это пчеловодство. Заботиться о животных. Давай вот ты, к примеру. И вот ты.
Так, теперь все, давайте быстро. Обрабатывайте поле. Так, блин, а нам также нужен еще и этот. Давайте еще что-нибудь какое-нибудь животное, чтобы было. Чтобы у нас более-менее зима, в зиму было. Блин, с деньгами у нас более-менее нормально пока, вроде, да? Так что давайте построим еще какой-нибудь для животных типа чисто. Например, крольчатник можно построить. И также кого-нибудь нанять. Чтобы он, блин, на животных больше делал. Так, выбрать. Работай. Купи все пятерых. Так, так, что они кушать будут теперь? Ну, они кушают траву. Траву кушают, получается, да? Ну, давай тогда так же возьмем. Тридцать на 30. Так, а сейчас нужно купить траву сначала. Нужно купить траву. Так, подожди, стоп. Нужна трава тут какая-нибудь. Ага, нужно еще склад купить и построить, точнее. Точнее, сарай. Уже строится, маленечко осталось. Так, люпин будем там, получается, здесь высаживать. Так, по бирже у нас что у нас? Машин. Нам нужно что-нибудь нам напахать. Так, вот. Жатки, что это такое? Это уборочная часть. Это у нас что такое?
Комбайн это у нас. Зерноуборочный комбайн. Косилка. Тоже не то. Культиватор зачем нужен? Разрыхление и размельчение почвы после пахоти. Так, нужен гараж, получше выходит. Выходит, нужен гараж. Вот тут вот дорожку сделай. Хотя бы более-менее, чтобы походило. И давай поставим, ну... Да, поставим вот это. Так, траву нужно купить. Так, купите. Все, уже едут. Уже едут, уже в пути. Осталось только с травой разобраться. Так, ну блин, нам нужно, получается, что? Нам нужен трактор. Раз. Культиватор. Так, ну получается, ты нужен. Трактор. Так, подожди. Культиватор. Трактор пера. Сюда же. Так, что нам еще нужно? К примеру, прекратить работу. Сейчас попробуем. Блин, пропахать. И посмотрим, что из этого выйдет. На машине. В смысле? Она что, только вот для этого, что ли? Ну да, это как вот для вот это вот. Ну да, это от слова культивирование. Ладно, ищем дальше, выходит. Так, это не то. Опрыскиватели, плуги, остальные машины.
Картофелекопатель. Плуги. Это инструмент для пахоти. Купи. Так, ну теперь можно. Выберем вот это, вот это вот. Вот так вот. Вот так вот. Ты вот сюда вот и вперед работайте. Ну, как быстро сразу пошло. Так, теперь то же самое здесь сделай. Так, теперь вот здесь нужно разрыхлить. У нас тут тоже оборудование не есть. Ну, а как быстро все работает, работать начало. Так, ну все, здесь теперь можно это. Посеять семена люпина. Ну окей, два люпина выходит. Люпин. Купить. И здесь, блин, траву получается. Так, теперь нам нужно херню, которую нужно будет это вот. Поливалку нужно, короче. Так, люпин выбрать. И вот здесь. Выбрать. Травы. Выбрать. Так, немножечко снистый. А, нельзя, что ли, да? Так, ну нам в теории нам нужна еще будет поливалка выходит. Так, не, давайте еще расширимся с гаражом этим. Давайте гараж еще расширим. На еще два. Выходит, вот вот так вот поставим. Так, ну и еще, нам получается нужно
Сажалка выходит. Комбайн, косилка и прессы. Не то, не то. Сеялки и сажалки. Картофель и сажалка. Садовая сажалка. Определенные деревца. Сажалка для сырозерновых. И точно выси. Так, ну блин, давай вот это купим. Сеялка для зерновых. И поливалку давайте. Поливалка. Косилки, машины для внесения. Блин, где-то я же это видел где-то. Плуги, остальные опрыскиватели машины для внесения. Это на удобрение. Так, остальные машины. Это не то. Так, подожди, нужно разобраться хотя бы. Где ты находишься? А, вот я опрыскиватель. А чего мне мимо глаз-то? А, во, опрыскиватели и. Я думаю, это опрыскиватели просто и в химкат какой-нибудь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А ты? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, ну это не ты, ты нам нахрен не нужен. Так, ну два ты, получается, куплю. Ты полевой. Ты тоже полевой. Садовы. Это поле. Так, ну а нам нужно прицеп с водой, получается, купить ей. Ну, более-менее у нас парк собрался уже. Парк у нас уже собрался. Так. Люпин. Прекратить работу пока. Алло, дай мне поработать, э. Какая посадка идет, э?
Вот оно что. Так, нет, давай до конца лучше. Еще раз прокультивируем. Это делается быстро сейчас. Просто берется и делается. Так. А еще нужно этот, может, этот прицеп купить. Так, ну-ка тормозни. Биржа машин. Опрыскиватель. Нам нужно сейчас этот. Как я? Машины для внесения. Так, давай лучше вот это. Нам коровы еще нужны, чтобы вот завести нужно еще. Чтобы эту фиговину делать. Ну, купи. Так, здесь то же самое сделай. Так, теперь давай посадим. Посеять семена люпина. Алло, ты типа там как бы закончил уже, типа? Наконец-то. Посеять семена люпина выходит. Не, сначала нужно вот это, вот так вот. Смысла нету, что ли? А что я выбрал тогда? Так, ну купите. Ага, понятно. Так, ну нам то получается нужно сначала вот это вот, вот это вот сделать. Сначала, блин, животное еще одно завести нужно. Большой свинарник, большой сарай, большой коровник, средний сарай, свинарник, коровник, курятник. Вот так вот строй получается, выходит.
И здесь эту установи. Посей семена ржи. Да пожалуйста, я окей, хорошо. Сейчас только с говном разберусь. И посеем. Так, выбрать. Давай ты, получается. Купили. Так, они кушают, они траву в любом случае кушают. Траву нужно делать. Так, ну ладно, немного подождем. 21 килограмм уже появилось. Да, алло, почему нельзя-то? В каком смысле нельзя-то? Может, просто не тот прицеп взяли? Блин, я хрен его знает тогда. Блин, я не понимаю, почему тогда вот не выходит. Типа рано еще что ли? Так, ну ладно, там нас что нам говорили? Люпин ржи. Окей. Ты там рожку будешь кушать? Да, будешь. Люпин рожи. И здесь рожь. В смысле, а почему? Рожь. Так, блин, ну нужно еще траву покупать.
Так, ну давайте вот так вот примерно, 1000. Так, и курьер не смог бы найти этого. А где он находится? Вот он. Все, доставили. Так, ну это сейчас доставят, окей. На машинах выбрать. Алло, почему? В смысле? В каком-то смысле ты теперь на машинах-то я ничего не могу сделать. Или мне сейлка нужна, типа? Сейлка для зерновых. Что-то я вообще не понимаю. Пахать. Мне примерно рожь нужно. Рожь как выглядит, к примеру? А, ржи. Вот как это называется. Я рожно перепишу. Ну-ка, нажми сюда, вот получается. Силки, сажалки. Сеялка для зерновых. Вы хотя бы помечаете, где что? Вот как, к примеру, рожь как выглядит? Типа вот такая вот. И два этих. Ну да, вот она, пожалуйста. Две этих. В чем проблема-то? Блин, я чего-то не понимаю, да? Я, блин, чего-то не понимаю. Почему мне рожь как бы нельзя машинкой посадить? Или мне сейчас я все сейчас не могу делать.
Это не тоже не могу. Разрыхлять я не могу. А почему тогда вот я вот начинаю вот отсюда, я не могу уже? Это сначала мне нужно выбрать, получается, да? Мне сначала нужно выбрать. И все равно все эти вообще ничего не могут что-то. Сначала нужно надо было выбрать, да? Сначала нужно выбрать и. Подожди, а если, блин, подожди. Не-не-не. Мне рожь нужно, короче, да? Это получается нужно сюда нажать, ржи написать, купить. Здесь вперед пока сделаете. Так, еще 9 килограммов не хватает. Выбрать сюда, сюда, сюда и сюда. И он поехал разобрызгивать или отрабатывать. Так, ну теперь нужно посеять. Типа. Рожь. Выбрать, поставить, работать. Все, посеяли. И то же самое здесь нужно теперь. Люпин. Собери 3 люпина. Ну, окей. Так, влажность. Здесь тоже все хорошо. С этим делом. Так, теперь что? Теперь давайте траву просто посеем. Вот здесь и.
Также два пропашу. Выбрать. Так, вот так. И вот так, и вперед. Кстати, молоко нужно продавать. Так, значит, да? Надо вот сюда вот. Постоянная продажа. И молоко. Так, и здесь все. Прокультивирую теперь. Так, теперь его нужно, блин, плодородить. Все это у нас есть, вперед. Уже третий этот взяли. И теперь его нужно посадить. Что конкретно посадим только? Давай траву. Мы траву переделаем и будем продавать типа. Так, что давайте траву лучше. Так, трава. Семена травы. Купить. Подождали. Получается. Так, семена травы выбрали на машинах. Трактор выбрали, это выбрали, тебя выбрали. Поехали. Раз, два, три, четыре и пять. Вот так вот уже это появилось. Есть и 40 дней будет делаться. Будет делаться 40 дней. Так, теперь-то что будем делать? Чего нам еще не хватает? Блин, а что нам нужно еще? Мы одним трактором более-менее вон как быстро справляемся. Так. Собери 9 рож и собери 9 люпина. Так, не, подожди, стоп, на паузу поставь. Медленную.
Давай подумаем, что мы можем сделать дальше. Ну, типа, здесь уже сделали, здесь сделали. Более-менее все происходит. Так, с кроликами у нас что там? Все идет нормально? Блин, а как нам вот с этими кроликами там разбираться-то? Они вроде бы, они вообще ничего не делают, они только мясо делают, да? Они только мясо и делают, и все. Так, не, подожди, надо потом как-нибудь разберемся. Продай, выходит. И, блин, потом разберусь вот с этим вот делом. И снеси нахрен. Потому что я что-то не понимаю, вот чего вот с кроликами делать. С коровами там все понятно, они мне дают молоко просто. А вот с кроликами, кроме мяса, я что-то не знаю. Да и как мясо с них вытащить, я тоже нет. Ну, потом разберемся. Немножечко обучусь, и там уже можно понять. Так, ну нам, блин, по работникам что у нас там? Нам сейчас большой штат держать не надо, типа. Вот тебе нужно, ты с коровами общаешься больше. Ты нам вообще не нужен. А где ты, тебя уволить-то можно? А, все, понял, 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 понял. Так, ну ты выходит, опекун сброс. И выбираем того, кто умеет. Тебя, к примеру. А тебе, ну, ты пока мне не нужен. Чё медленнее, я сам не понял. Ну, там было написано медленно вместо уволите. Какой смысл в этом, я чё-то не до конца понял. Блин, вырасти 5 коров, ладно. Теперь, чё мы можем сейчас, блин, посадить? И... Сельхозхозяйственные изделия. Для изделий нам нужно этот, траву сначала вырастить. И... Вот что мы можем? Яблоко. Люпин, гречка, капуста. Вишневое дерево. Рапса. Давайте вот здесь поставим вот, блин, наряд теплицы.
Так, ну как он, где тут вот в теплице-то? Уходит вот так как-то, да? Не, сделаем вот так. Вот так сделаем. Так. Немножечко удалить нужно. Выходит. Так, я одну дорожку маленькую. Так, а вот здесь давайте подсолнухи посадим. Вот здесь примерно. Понял, слишком близко. А, вообще близко. Я думаю, более-менее нормально. Ну, тогда выходит здесь сделаем. Здесь посадим. Она тоже ничего хорошего не сделает. Так, мне нужны трое. Выходит, пусть зря я уволил. Нужны те, кто умеет работать. Не то. Нам сады нужны, короче. Пчеловодства не нету. Вот ты давай. Пчеловодство не нужно. И вот ты давай. Че, кроликов не успел развести, а я и как жалко. Так, ну да, все, давайте толпой. А вот эту вот фиговину построить могу? Не, нет. Постройка похожая. Не, слишком мало места. Жалко.
Так, растение. Пахота почти завершилась. Так, окей, теперь следующие этапы. Пятьдесят один, 42, 14. Так, завершили. Молодцы. Теперь плодородие выбрать. Также все трое. Собери тыкву. Ну-ка скажи, пожалуйста, а вот эта вот фиговина теплица, как она называется? У нее сколько там? Не скажешь так просто, да? Не скажешь так просто, сколько ты там можешь хранить. Ну, блин, размер примерно. Так, растительную систему, ну купи, окей. Пускай будет. Так, теперь поливку уже не надо. Она сама будет поливать. Теперь давай выберем, что конкретно будем там рассадить. Можно тыкву, клубнику. Огурец, рассадка капусты, сколько там этот, ну блин, ну давай, давайте тыкву. Где ты? Вот он, купи. А мы пока расширим. Уже сколько там, блин, продуктов можно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь получается, да?
Так, ну все, давайте садите тыкву. Так, молодец. Вот здесь на машине нужно. Ага. Нету, значит. Подожди, стоп, на паузу. То есть нам нужно что? На машину выбрать, купить. Она чисто для этого, да, косилка. Которую позже можно собрать с помощью самого разнагружающегося прицепа. Ну, купи. Проблем с этим нету. Не так уж дорого стоит. Все, способен на машинке собрать. Еще не привезли. Окей, подожду. Так, а теперь-то чего? Теперь нужно в тюки собрать. Ну, давай так же купим. Грабли. А, блин, а не, давай вручную лучше. Работает нормально, да? Получается, нам нужны, блин, ну, блин. Ладно, давай еще одну купим. Фиговину эту. Так и шубыти. Сделаем это. Покупай нахрен. Где-то фиговина. Я надеюсь, что она не так уж много стоит.
Так, теперь его нужно как бы собрать, да? Тюкование называется. Ну окей, давай купим. Грабли называется. Купить. Десять тысяч отдали. Ну, где там они едут? Мои грабли. Все, выбирай вот это вот. И поехали. Теперь нужно как бы вот это вот, да? Самонагружающийся прицеп. Блин, ну ладно, давай вот здесь, давайте уже сами уже. Так, тут у нас... Ну, блин. Стопы. Алло, а можно как-то тебя вот, блин, отменить, а? Переместить не работает. Ну, давай прекратить работу, выходит. Тебе нужно палить как можно скорее. Где ты? Это и есть, где работать. Все, полили. Так, ну здесь получается то же самое нужно сделать. А, нет, сначала вот так вот. Все? А теперь вперед работает вот все толпой собирать. Что, собрали уже, что ли? Ничего себе, вы быстро. Так, ну выходит, что ты должен вот сюда сейчас зайти. Поработать. Актуальное производство. Блин, ну давай. Из травы должен вот так вот. Хотя нет, не так. Сколько у нас травы? Ну, хотя бы на 1500 хотя бы.
Так, здесь у нас вообще все хорошо идет. Давай еще одну теплицу построим, также с тыквами. Выбираем вот это. Кругляшки. Вот это. Так, комбайн позволяет вот все это собирать, да? Выходит. Ну так, ну, нам нужен комбайн, выходит. Нужен комбайн. Так, сюда. Гараж. Здесь слишком маленькое место, мало. Не то. Так, не, нам нужно, давай лучше просто бетонную эту херню купим. А почему я починить не могу, типа? Или пока не надо, да? Пока смысла нету в этом. Так, на машинах купить. Ну, блин, это очень дорого. Самоходная корморезка. Давай попробуем. Сейчас приедет. Как-никак, ну блин, ну хотя бы это... Пока все одни расходы идут, уже 225 тысячи. И как долго он там реставрировать будет? А, приехал человек и начинает тут что-то чинить. И долго он это делать будет?
Но недолго, не быстро, короче. Блин, зря я сейчас выбрал эту фиговину. Давай быстрее так, все толпо навалились и пошли. Подожди, стоп. Чего? Да не, блин, с этим проблем нету. У меня места хватает, типа вроде. А, блин, я забыл. Нам нужно это построить. Вот эту вот фиговину. А как успехи? Это долго будет. А, все? Ну окей, окей, хорошо. Все, на машинах быстро выбрать это. В смысле? Жатка для зерновых. Блин, я хрен его знает, как у меня. Два вот этот вот 9 метров новый. А это что такое? И что мне еще? Прицеп нужно. Ага, все понял, купить. И сюда же. Ага, то есть мне нужно двое человек, людей уже тут. Так, прекращай работу, работа есть. Так, ну ладно. На машинах выбрать это. Ты. В смысле, она еще ничего не приехала, что ли? Так, подожди, что-то я недопонимаю. Нет, она вот она стоит нормально все. Комбайны здесь это есть. Трактор есть. А в чем проблема такая?
А в чем проблема-то? Вот она, чего не хотели-то. Ничего я не понимаю. Ну, то выбрал, окей. А, блин, вот оно почему. А, совместимые машины. Я вот это вот выбрал, оказывается. А, и, да, но почему она 2000, а это вот 5000 только. Ладно, подождем, подождем. Ну, жди, ты там ездишь, а? Так, все, приехал, наконец-то. Ну, все, давай попробуем сейчас. Все, выбрали, окей, хорошо. Ты здесь. Тут, и тут, и тут. Все, работайте. Ну, как-то будет происходить. Это так вот так проедет. И высыпет. И уедет. И насыпет. Это 200. Алло, а почему ты не хочешь выбирать, а? Алло, а почему это не хочешь? Ну, наконец-то. Так, вот на машинах. Выбрать это, выбрать это. Все, работайте. Здесь пока сбросы. Иди прокультивируй. А вот этот может, давай лучше, блин, продаем нахрен.
Она нам нахрен тогда не сдалась. Так, низкая влажность, но теперь давай нужно еще полить ей. Купить машину, блин, а смысл... 1200 все же, да? Ну, купи. Ну блин, полить все-таки, я думаю, все-таки нужно. Здесь то же самое нужно сделать. Так, теперь нужно собрать, типа. Что там у нас опять не хватает? Прицеп для тюков сена. Нету, что ли? Так, ну блин, давай купим, получается, еще одно место. Так, ну блин, скоро уже зима уже. Уже очень скоро. Разрешенные продукты. Так, ну ладно, это нужно собрать это все, вот все, еще и это собрать нужно. Купить. А, то вот не для этого, да, получается? Блин, то два руками хотя бы сделаем. Плюс 300. Еще 300. Ну блин, ну снимай, убирай выходит.
Так, выбрать. Выбрать. Семена тыквы. Выбрать. Всех троих. Все, посадили. Теперь здесь на машинах. Рубин сейчас должен появиться. Вот он. Здесь нужно собрать теперь. Сначала нужно все убрать здесь, потом уже это. Теперь собрать нужно. Так, раз, два, три, четыре. А теперь, ну, нужно погрузить еще. Так, ну давайте тогда на руками все сделаем. Давай, давайте, 8 дней осталось вообще только на сбор. 8 дней осталось все лишь. Молодцы. Так, теперь что у нас? Теперь надо бы полить это еще на машинке, на тракторе. Блин, как-то вот так выходит, получается. Так. Давайте, так, теперь давайте кое-что продадим. В смысле?
6 же. Раз, два, три, четыре, пять. А куда ушло-то? В смысле, а как мне это? Перенести, продать, купить. В смысле, она далеко ушла, что ли? А как это, блин, как ловить-то? Она вообще далеко могла уйти, а? Что-то, что я, блин, белого не вижу ничего. Вот как ты так сумел, а? Найдите лошадь, корову. Я что-то не понимаю, как, а где мне искать его? Что-то, блин, вот это вот сейчас неожиданно было. А где искать-то? Тут Натю взял и убежал тут. А что, сейчас нету что ли заданий, да? Блин, да его хрен его знает, где искать-то. Вот тут по повороту, а было то только что. Где я искать-то буду его? 2-1-0. Ну блин, давай купим новую. Я хрен его знает, что было, надо было делать. Так. У нас очень много травы, очень много. Давайте силы сделаем. Из травы. Так, ну блин, получается что? Давайте посмотрим. Давайте на ну, тысяч пять тысяч, ну давайте продадим, выходит.
5000 получается продать и продаем. Не-не-не-не, все нахрен. Урожай. Так, ну получается люпин давай продавать и продаем. И рошу продаем. Вот также два изделия силы в виде. Блин, носилось-то мало-то. Почему здесь, типа, 9300? А продать могу только вот столько. Только 364 могу продать. На складе 364 штуки. А вот это вот зачем тогда? Здесь 9000. Смысл тогда, блин, вот я его производил-то. Что-то я не понял. А толку то, что я его производил, не производил. Вот коровам сколько нужно? Четыреста сорок девять штук. Кстати, лучше пока нет, давай лучше реставрируй. Это потом поздно будет еще. Все, зима началась 12 число.
Чё, собрали уже? Нет еще. Так, ну эти поля я собрал, типа. Это отдыхает просто. Ну подожди-ка, сейчас на складе у нас сколько? 89,65. Осталось сколько? Точнее станет. Восемьдесят девять, шестьдесят пять. 88,80. Ага, то есть помаленечку там кто-то собирает, да? Все-таки кто-то должно собирает. Так, кстати, нужно тыкву продать, нахрен. Так. Тыква, тыква. Постоянная продажа. Тыква, вот она. Это поле слишком маленькое для использования. А-а-а, слишком маленькое. Ну блин, давайте яблони тогда посадим здесь. И. Восемь тысяч восемьсот там. Ну-ка, сколько там у нас получилось-то за тыкву взял? Еще не взял, что ли, да? Уже 84,55. А, блин, а почему я только одного работника могу? Только могу эту сюда привлекать. Начался зимний сезон.
Начинается 22 декабря. Так, ну здесь нормально, здесь более-менее. Здесь тоже более-менее. Реставрируйте. Пока это вот. Пока можем. Все, зима, зима. Все, больше, значит, получается, здесь я уже не могу отрабатывать. Но это здесь я строить еще могу, да? Третью тыквенню построить хоть можно. Ну, что там по тыквам-то? Ну, 6600, не, ничего себе. Вырастили мы тыкву. Так, а блин, а что дальше делать? Если здесь растет, то тут она просто стоит. Блин, а много, как много, многие объекты просто берут и снегом не заваливаются. Нужно, кстати, говно тоже вот поставить на автоматы. Нажмите Shift, чтобы перенести ресурс. Блин, как мне заставить работать больше, чем одного человека, у кого вот здесь вот?
Это, блин, дата, когда я, блин, смогу, блин, это все вывести, что ли, так, что ли? 2 года еще будет идти, ну, полтора где-то, больше даже. Пока это все не вывезу, это все это. Да ёб ты. И где она убежала? Кто-нибудь хотя бы понимает, как это работает, а? Типа мне нужно бегать, летать по карте и в каждый пиксель рассматривать, так что ли? Здесь пусто. Вот как он, корова могла убежать, а? Особенно зимой. Вот хоть кто-нибудь видит, а? Где она находится? Или я не там ищу? Блин, я хрен его знает. Я не знаю, короче. Уже вторая уходит. Блин, ладно, давайте на этом заканчивать уже. Уже очень много времени тут потратили. В
следующей серии мы уже продолжим управлять этим нашим делом. Продолжим развиваться и так далее. Все, давайте сейчас уже, у меня уже час ночи, час 21, 22 даже. Так что давайте. Ну, блин, более-менее у нас уже есть, уже более-менее уже в, ну, в ноль уходим. В, ну, точнее 193, сейчас где-то вот 200. Еще бы вот это вот, почему узнать, почему так медленно все, блин, уходит. Траву не надо, получается, только силосы. Силосы там хватит на долгие-долгие. Выходит еще так вот. Чисто, чтобы вот и корова питалась. Ишь ты, появилась. 2610, все равно 70, не больше 700. Ну ладно. Так, ладно, давай делаем последние моменты и все, и заканчиваем. А конкретно нужно, это я продаю, это я продаю. Это, блин... 6500 еще. Так что силы с ним продаем нахрен. А траву можно. Тыкву можно еще. Так, подожди-ка, ты, блин, переносишь только вот только вот ты туда только и отсюда, что ли, так что ли? Так, выбрать. Так, ладно, все, последнее дело делаем и закончили. Блин, а как это вот удалить? Блин, а почему она там расти дальше не хочет, а? И отдыхает не написано.
Ладно, все, давайте на этом закончим. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.